В ходе общения главы региона с жителями области речь шла о газификации деревни, замене машины скорой помощи и других насущных проблемах. Эти и другие просьбы жителей Тверской области выслушал губернатор Игорь Руденя во время личного приема граждан. Тему продолжит Наталья Чекит. Среди тех, кто пришел на встречу с губернатором, Олеся Геличединова, многодетная мама из деревни Дудино Калининского муниципального округа. Она обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в газификации ее населенного пункта. Как рассказала женщина, газификация – это важный вопрос не только для ее семьи, но и всех жителей деревни, а также соседней деревни Большие Горки. Всего в этих населенных пунктах проживает более 260 человек. Негазифицированные дома отапливаются твердым топливом, что вызывает ряд неудобств. В нашей деревне Дудино как минимум 3 многодетные семьи. Конечно, зимой, когда идет основной отопительный сезон, без газификации очень большие расходы. Дровами топить – это физический труд. Без мужчины не всегда его легко реализовать. Иногда бывают родители на работе, остаются там старшие дети. Они тоже не всегда могут подтопить как нужно, это даже и небезопасно. Игорь Руденя сообщил, что планируется газифицировать деревню до середины следующего года. Кроме того, как многодетная семья, они имеют право на поддержку по догазификации в размере до 300 тысяч рублей. Вы сможете с «Газпромом» заключить договор, они вам поставят и котел, и водонагреватели, там разводка, батареи. Все вам, так сказать, на 300 тысяч рублей помогут сделать. Старший фельдшер подстанции скорой медицинской помощи в Кашинском городском округе обратилась к главе региона с вопросом о замене машины скорой помощи. Имеющийся в распоряжении подстанции автомобиль приобрели в 2011 году. И за время интенсивной работы машина проехала более 700 тысяч километров. Пока мы ездим на подменной машине, которую нам дает Тверская подстанция, хотелось бы получить полноприводную. Потому что район большой, обслуживаем, мы помогаем. И население у Калязина, и Кесовой горы, то есть мы так взаимозаменяемы. Игорь Руденя отметил, новые автомобили СМП поступят в муниципалитет до конца этого года. Во время личного приема граждан рассмотрен вопрос приобретения лыжного оборудования для Весьегонской школы. В учебном учреждении имеются лыжи, но их не хватает на всех детей в классе. С просьбой оказать содействие обратилась местная жительница Юлия Миносян. Две ее дочери учатся в этой школе. На базе школы нам все-таки их очень не хватает, и хотелось бы, чтобы зимний сезон у нас прошел все-таки, скажем так, со спортивными успехами и победами. Для нашей семьи, скажем так, тоже встал такой вопрос с приобретением, что нужно приобретать, чтобы их с собой приносить в школу, то есть, потому что какие-то, можно там, сломаны, какие-то там, ну, в таком состоянии, скажем так, не очень. По словам главы региона, для Весьегонской школы будут приобретены 125 новых комплектов, в которые войдут лыжи, лыжные крепления и палки, а также ботинки для ребят с 1 по 11 классы.